Суток, ребята, 88-й день, как я вернулся к заработку в NFT-играх, и здесь я обсуждаю актуальные проекты, в которых я участвую. Начинаем с Чили, до 18 уровня скоро докачаются мои очки, скорее всего завтра уже будет 21-го. В принципе, я уже по чуть-чуть начинаю смотреть ленту, поломал я их на 12%. Как-то так, не было ни особо времени за этим всем следить, но тем не менее... Есть как есть. Очки по стандарту 25,5 радар, все остальное линза. Новости, я думаю, вы и так отслеживаете, да? Нам выкатят новую версию приложения, в которой там поубирают кучу всего, упростят это все, уберут возможность выдумывать свои стратегии, пытаться зарабатывать больше и так дальше. Они сейчас сконцентрированы именно, скажем так, на том, чтобы стабилизировать свои траты. Ну и посмотрим, как это будет дальше. Исторически так сложилось, что после каждого обновления заработки падают в данном приложении. Поэтому поглядим, как это будет выглядеть в этот раз. Что-то задумывать я, к сожалению, не буду. То есть нет смысла выкатить обновление. Тогда мы будем уже более детально об этом всем разговаривать. И, в принципе, пока что на этом все. С другого аккаунта я нормально смотрю ленту. То есть у меня за последние 2 дня вышло $26 с второго аккаунта и примерно около 10-15 с этого. И двигаемся дальше. Дальше у нас Пекси, 10 моих роботов. Всех я сдал в аренду, потому что не хватает времени. Самый малый 8 уровня, все остальные 35, кроме одного, один 34, скорее всего сегодня уже будет 35. Дальше к пешкам, мой основной уже 13 уровня, ну соответственно я его уже сдал в аренду, и все остальные 11. Новостей никаких нет, считанные дни остались до того, как я начну понемногу здесь наконец-то зарабатывать какие-то деньги. И в принципе все по этому приложению, двигаемся дальше. Чемпион арена с Гала немного меня печалит, пока мы зарабатываем очень мало. Из-за того, что мне не хватает времени, я не могу прокачать своих персонажей на нужный уровень для того, чтобы зарабатывать больше. И я не знаю, в общем, где взять столько времени, чтобы этим заняться. На данный момент есть как есть, а там дальше, если как появится хоть какой-то один свободный день, я просто-напросто прокачаю своих персонажей на 100 уровень и так дальше, и тем самым поднимутся заработки. После погодчик, уймем токены, 6 токенов, стрик, все дела. Где-то у меня здесь должны быть боксы, я их уже насобирал, да, 4 штуки, открываем сразу все 4. Камонка. Они уже, если честно, на маркете практически не продаются, эти камонки, поэтому, к сожалению, как-то так, все камонки. После последнего раза, как мне упал эпик, можно сказать, больше ничего с этих сундуков не падает. Да, все комонки. Это все мы потом попробуем продать. Хотя шансы довольно-таки низкие, что это все купят. То есть посмотрим. Ничего по приложению, ничего не меняется. Ждем, когда наконец-то прикрутят сюда хотя бы какой-то кошелек. Залистят токен, и мы будем уже хоть что-нибудь с этого получать. На данный момент это все, и двигаемся дальше. Поговорим немного про Tower of Pizza. Да, я вышел с этого приложения, то есть оно закончило свое существование. И я в минусе на $6. Немного печально, но тем не менее есть как есть. Выводы я для себя сделал такие, что больше я не буду заходить в приложения, в которых, во-первых, развита рефералка больше, чем на 2 ступени. И во-вторых, комиссия админов больше, чем 10%. Вышло, в общем, так, что мы зашли самые первые в данный проект, да, и тем не менее, по тому, что я смотрел на дабсайте, там практически никто не окупился, то есть все в основном в минусе, и поэтому такое вот решение. Выходит так, что комиссия разработчиков максимально огромная, и просто-напросто из-за этого люди просто даже не покупались. Поэтому нет смысла заходить в проекты, опять же таки, в которых есть эта такая огромная комиссия для админов, да, потому что, ну, по факту они там и
принципе ничего не делают, кроме того, что они запустили этот проект. И второе, рефералка. Кто не знал по поводу рефералки, если вы регистрируетесь, допустим, не по моей ссылке, а просто заходите на их сайт, да, то эта вся рефералка улетает админам, и они на этом зарабатывают деньги. То есть помимо того, что у них есть 10%, то еще рефералка им приносит кучу денег. В итоге по цифрам вышло примерно так, что внесли в проект 320 тысяч. 32 тысячи они получили за то, что комиссия 10%, да. И еще они получили примерно 16 тысяч рефералкой. Итого с 280 тысяч, практически 300 тысяч, да, ребята поутали, скажем так, 50 тысяч себе, и все остальное, скажем так, всем вернули обратно. Но зайти просто на дабсайт и глянуть, там ребята, которые повносили по 38 тысяч долларов в проект, они окупились только на 30-ку, то есть они в минусе на 20%. Поэтому, скорее всего, в такие проекты будет еще меньше людей заходить, и нужно искать проекты конкретно с маленькой комиссией для того, чтобы он, во-первых, возвращал ваши деньги, да, а во-вторых, там можно было что-то заработать. Поэтому выводы сделаны, двигаемся дальше. Дальше у нас суперджим, коннектимся. Здесь у нас стабильно все хорошо, то есть 21 уровень, 37 тысяч уже выведено, еще собираем 1500, забираем их, то есть мы уже скоро-скоро дойдем до цифры 100%. Понемногу начали выводить отсюда деньги, не так чтобы критично, просто сейчас глянем. Да, мы здесь видим на графике, что 11 числа вывели уже 630 долларов, здесь у нас тоже вывели уже 62 доллара. Ничего-то как бы страшного, катастрофического в этом нет. Просто нужно не провтыкать момент, когда начнут конкретно выходить с этого проекта и успеть самому выйти так же само. Начнут бояться, да, то есть за свои деньги, и будут выходить. То есть must have насмотреть на дабсайте хотя бы раз в 2-3 часа примерно днем, чтобы баланс держался, потому что сейчас попробую объяснить. Деньги на балансе не списываются до конкретного момента, а именно до того, как вы видите, у меня на счету сейчас 38 500, то есть я скоро буду, скажем так, у меня будет 100%, да, и тем не менее они все равно находятся на контракте. То есть если у меня будет здесь 100 тысяч, они все равно будут находиться на контракте. Соответственно, деньги сюда не приходят, в это приложение, на данный момент. То есть они остаются именно конкретно в приложении. И когда начнется, скажем так, паник сейл, то есть все на панике начнут уже продаваться, то есть или кто-то там сделает 120% и скажет, мне хватит, я выхожу, и такой лесенкой все начнут выходить, то самое главное здесь в этом всем успеть самому выйти, пока на контракте останутся деньги. В принципе, по этому приложению все, и двигаемся дальше. Дальше у нас робот фарм. У меня 10,9 поинтов, то есть, соответственно, мне еще 9 поинтов нужно для того, чтобы открыть фришный квест. Опять пошел по моей реферальной ссылке, вы находитесь у нас в клане, то есть здесь есть лидерборд, и мы участвуем в Youth Weekly. Где-то мы здесь должны быть. И мы сейчас на 39 месте. Собственно, мы получим за это реварды, но тем не менее люди, которые, скажем так, не открыли ни одного бокса, то есть, соответственно, они как бы находятся в гильдии, но не находятся в гильдии. То есть люди, которые не открыли ни одного бокса, соответственно, ничего с этого пула не получат, как я, в общем, и говорил раньше. Я сейчас на данный момент собираю 20 поинтов, то есть мне еще осталось 9. И буду наконец-то показывать боксы, которые мне будут падать и что с них будет выпадать. В принципе, это все, двигаемся дальше. Что у нас по Snatchinal? Блин, ничего интересного нету, ничего нового. Эвенты, которые приходят в Дискорде там за то, что мы написали историю или выложили видео на YouTube, я ничего не выиграл, соответственно, как-то так ничего и не получил. Жду, надеюсь, что там какие-то хорошие эвенты попадутся, в которых можно будет действительно что-то поутать. Пока в ожидании, поэтому двигаемся дальше. В Азиле самая интересная компания — это у нас SimSport. Здесь выполняем квесты каждый день разные,
получаем роли в Дискорде и так дальше. Они уже объявили, что будет 500 NFT-шек. То есть это очень и очень мало. И это всех должно, скажем так, привлечь внимание у всех, да. 500 NFT-шек, которые, из которых 50 идут админам, 450 раздаются на людей, скорее всего, там за лидерборд в Зиле и так дальше. Ну, то есть будет куча этого всего, всяких разных ивентов сейчас. Попробуем получить с этой игры именно NFT-шку. И, скорее всего, так как я не любитель спортивных игр на телефонах и так дальше, скорее всего, я ее буду сливать, если она попадется. Если не попадется, ну, хотя бы мы попытались что-то получить. Думаю, что цена будет в районе 200 плюс долларов на эту NFT-шку. Ну, и как-то так. Так что советую вам все-таки зайти. У меня ссылочка в описании есть, Зива самого Симспорта. Зайди попробовать получить. Может быть, тут будет какой-то рафл, посмотрим. Никаких условий пока что нет. И двигаемся дальше. Битграсс, дальше майним 115 тысяч, 18 рефералов, которые мне в общей сложности принесли уже почти 13 тысяч. Спасибо вам огромное. Ну, ждем, веримся и надеемся, что что-то да получим. За это уже 50 дней прошло. Я думаю, что наконец-то можно было бы уже какие-то кнопки хотя бы добавить. Ну, как-то так, двигаемся дальше. Так, Early Alliance, наш новый проект, да, в который я тоже особо так хорошенько верю. Сейчас нам нужно будет попробовать найти наш сундук, где он там потерялся, неизвестно. То есть мы будем искать сундук, сейчас найдем сундук, откроем, если мы его, конечно же, найдем. Иногда он может затупить и не появиться. Но это не точно. Окей, нашел я свой сундук, с него выпало 75 золота, неплохо. Мы его забираем, у меня, соответственно, 225 на данный момент. Опять же таки напоминаю, что при 250 можно открывать сундуки, которые платинум, и с них выпадают разные прикольные штуки. По событиям 18 числа будет первый эвент, то есть первый раз можно будет заметить какие-то NFT-шки. Где у нас тут Rocket Launchpad? То есть 18-е, потом у нас 19-е, 21-е, 22-е. Не знаю, насколько они будут ценны. Скорее всего, вот это вот первое будет вообще ничего не стоить. Потому что тут еще зависит от того, сколько их раздают. То есть здесь раздают 8 тысяч, здесь тоже 8 тысяч. Здесь уже 5, это уже поприятней. Дальше 3, 800 ключей. Ключи, может быть такое, что это на закрытый бета-тест. Как что-то будет интересное, я сразу буду вам давать знать, что здесь можно будет клеймить, что нет. Но я бы советовал бы уже все сразу клеймить, а потом уже смотреть по ценности всю. Что наша, опять же, Кимавия, регистрация на закрытый бета-тест. Ссылочка в описании, ничего здесь не буду рассказывать, просто про эту игру со всех утюгов говорят, то есть, соответственно, скорее всего, будет годная штука, поэтому можно попробовать, попытать удачу и зарегистрироваться, скажем так, здесь. Ссылочка в описании, двигаемся дальше. Дальше у нас MetaTrace, уже у меня здесь 5 из 7, то есть сегодня будет уже 6 из 7, завтра я получу супербокс. Постараюсь записать видео для вас, чтобы посмотреть, что там. Сейчас у меня на данный момент 60 кристалликов этих. И мы откроем просто один сундук. Надеюсь, нам не упадут очередные галимые токены. Не, нам упали все-таки эти токены. Забираем токены. И все, в принципе. У нас есть одна NFT-шка. Есть уже 40 токенов. Посмотрим, как это будет выглядеть дальше. Сейчас я буду проходить эти квесты. И буду завтра уже постараюсь забрать этот супербокс. Посмотрим, что там внутри. И дальше у нас новый перспективный проект Republic. Можно скачать на компьютер, можно скачать на телефон, можно скачать куда хотите. Смысл прост, здесь нужно зарабатывать вот эти вот XP. Проект на данный момент на ранней стадии, то есть в него можно играть. И потом будет распределяться 15% от всего пула токенов на эти XP. То есть XP это, соответственно, сейчас, скажем так, как ваш опыт, да. А
позже, примерно, не скажу точно, когда это будет, но тем не менее на эти XP, кто сколько заработал, будет распределяться награда в виде токенов, и эти токены будет, можно будет спокойно слить. Выглядит более-менее как Instagram, тут у нас всякая разная чушь, тут тоже у нас везде всякая разная чушь. Заходим, XP нажимаем, смотрим, daily, ну, каждый день, если мы логинимся, через 7 дней мы заберем там какой-то супербокс, в котором, скорее всего, будут опять же такие XP. Инвайт, одну XP дают каждый день, когда вы заходите, 5 XP дают за 5 человек, которые за вас зафоловились, 5 XP дают за лайки, 10 XP дают за то, что ваш пост отлайкали. Ну, короче, много всего дают. Что я здесь делаю? Я все время захожу по еще одну картинку. Сейчас кидаю какую-то левую фотку или такую, которую я делаю. Там пишу какие-то 2-3 символа. И загружаю это все. Потом нам начинает это лайкать. Соответственно, токены падают. Окей, это мы сделали. Это первая активность. Просто загружаем сюда какой-то пост, какой-то видосик. Можете, что хотите, загрузить. Следующее, что нам надо сделать, это просто отлайкать первых 5 человек, то, что мы делаем. 1, 2, 3, 4, 5. Все, нам за это начислят токены. То есть, ну, эти XP. Ничего здесь там сильного конкретного не надо много делать. Дальше мы на... Окей, дальше у нас здесь челленджи. То есть, там, где стрелочка, там, где компас, мы заходим, смотрим примерно. Вот здесь у нас есть челленджи. И здесь у вас будет кнопка вот. У меня, к сожалению, я вчера потратил. Заходим, в общем, сюда. У вас сверху, с правой стороны, будет 10 энергии. Щелкаем, здесь будет кнопка за Miss Republic вот. Щелкаем, просто перелистываем посты, ставим воты и опять же таки забираем наши токены. Все. По активностям здесь все. Вы можете, конечно же, участвовать в челленджах, попытаться что-то здесь забрать. Но я бы, ну, это сильно много времени занимает, поэтому пока как-то так по активностям в этом приложении. То есть, в принципе, все. Нам уже вон за 2 минуты 8 лайков поставили, мы 9 себе бабахнем. И нам просто-напросто насыпят завтра токенов. Завтра так же само заходим. Челленджи, постик один, лайкаем пару человек. Еще есть зафоловинг. То есть мы можем зафоловиться там на пару человек, да. И нам опять же таки насыпят каких-то токенов. Это нужно будет делать примерно 3-4 месяца. Скорее всего, может быть больше, может быть меньше. Неизвестно, сколько это займет времени, чтобы получить, скажем так, токен данного проекта. Но проект выглядит перспективно, поэтому грех здесь не тратить там 2 минуты своего времени для того, чтобы получить какие-то вкусные плюшки. Дальше у нас приложение еще одно новое. Опять же таки, можно скачать на Android, можно на iOS, на компе вряд ли есть. Называется Pictograph. Здесь как бы не скажу, что оно какое-то максимально перспективное, но тем не менее здесь будут раздавать разные аирдропы за то, что вы пользуетесь приложением, поэтому нужно немного рассказать. Приложение сделано для того, чтобы вы могли, чтобы вы выполняли квесты. Квесты выполняются примерно следующим образом. Заходите в квест, читайте, что вам нужно сделать, делаете фотку. У меня вчера, допустим, был квест, чтобы сфоткать алкоголь дома, потому что разработчики считают, что у каждого дома есть алкоголь. К сожалению, это не так, поэтому я его скипнул. Здесь теперь у меня 3 других квеста. В общем, мы делаем квесты, получаем пикта. Эти токены, скажем так, потом обнулятся. Главное, что нам нужно сделать, это просто играть в это приложение, да, и потом заполнить форму. Я ее, скорее всего, в следующем видео уже вам выложу. То есть форму заполняем, что мы пользователь, мы там будем ее вместе с вами просто заполним. Да и в принципе все. То есть выполняем квесты, больше здесь в принципе ничего нету. А, еще есть камера, камеру можно поднимать по уровню. Она как бы в дальнейшем будет приносить больше токенов. Но опять же таки, приложение тестовое, поэтому эти токены, скорее всего, все у вас заберут. И потом уже, когда ведут сюда NFT эти камеры, тогда уже они, их можно будет зарабатывать. Маркетплейса нету, в аккаунте вообще ни хрена нету. То есть приложение максимально сырое. Единственное, что здесь можно сделать, это
фотки, то есть вам дают за разную штуку, типа сделайте фото ваших носков и получите вот столько-то токена. Такие здесь квесты, то есть сделайте фото носков, сделайте фото вашего рюкзака и еще что-то здесь. Квест максимально глуп, но тем не менее нужно, скажем так, запалить свечку и потом ее потушить и сфоткать дым. Но как-то так это все выглядит, то есть смешные, интересненькие квесты, можно сказать так, но тем не менее вы просто-напросто не можете их все не выполнять, да, просто-напросто поклясать аппликацию, зарегистрироваться как ранний пользователь в форме и по ним, ну, каждый день заходить, там, делать какие-то квестики, делать что-то, короче, делать для того, чтобы получить потом аирдропом какие-то штуки, может быть, токены, может быть, камеры, может, какие-то NFT-шки, может быть, этот проект стрельнет, хотя я не уверен, но, тем не менее, как-то так. Вот такой вот у нас вышел обзор сегодня, ребят, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете по этим двум новым проектам. И до следующего видео.